Всем привет, дамы и господа. Мы находимся в Калифорнии, в городе Сакраменто, где сегодня российские политические иммигранты пишут письма российским политическим заключенным. Игорь, привет. Скажи, кому ты пишешь письмо? В данный момент я написал открыточку Лилии Чанышевой. Это координатор уфимского штаба Навального. В данный момент находится в СИЗО номер 6, город Москва. Абсолютно по незаконным обвинениям, потому что даже если брать статью об экстремизме о штабах, ее судят за прошлое. Это нонсенс, так делать нельзя. Ну и чтобы поддержать, мы вот собираемся в компании друзей и пишем письма политзаключенным, открытки, чтобы просто поддержать и хоть увидели хотя бы они открытку из Калифорнии. Уже, я считаю, это будет очень приятно, и что их не забывают, что они не одни. Спасибо. Добрый день. Скажите, почему важно проводить подобные мероприятия? Подобные мероприятия, вот как сегодня мы пишем письма политзаключенным, важно проводить потому, что, во-первых, это поддержка политзаключенных, которые сидят по тюрьмам совершенно безвинно. И также это напоминание, ну, такое послание, такой месседж, такой broadly spread, да, широко распространенный, так как мы живем в эпоху social media, да, социальных сетей, и это легко распространить, такой месседж людям, как напоминание о том, что вот посмотрите, это есть. Допустим, мы находимся в Штатах, и американцы порой не знакомы, да, вот с ситуацией, многие кто-то знаком. И люди просто не задумываются о том, насколько важно строить общество вокруг себя демократически, поскольку они уже это имеют, так? Так как в России сейчас идет обратный процесс, общество становится из автократии уже просто тоталитарным, то важно напоминать, мы, мигранты политические, беженцы, находимся здесь уже, не имея возможности делать это из России, да, поскольку это опасно уже, мы можем также за решеткой оказаться. Важно делать это здесь, чтобы, опять же, напоминать людям, и это важно, как на уроках истории, что на ошибках надо учиться, надо учитывать опыт прошлого, чтобы не повторялись репрессии массовые. Я не говорю уже о большом терроре, который случился в 20 веке, да, но человечество повторяет свои ошибки, если не учится на них. Ну и, конечно же, это вот текущий день, поддержка политзаключенных, это напоминание не только им о том, что они не забыты, что о них думают, помнят, тревожатся и напоминают людям, кто находится при власти, да, и здесь в том числе, но и напоминание тем, кто их держит там, условно говоря, о том, что мы следим за вами, ребята. То есть мы видим, что вы делаете, и это не будет уже оставлено. Как давно вы в США? Около 3 лет, чуть меньше. Из России? Из России, из какого города? Из Иркутска. Добрый день, кому вы пишете письмо? В данный момент я пишу письмо Лилии Чанышевой. Если честно, хотела давно ее написать, но слова сами собой не подбирались. И когда вокруг ребята сидят, все с одной идеей, с одними мыслями, как-то легче это все собирается и пишется. Но пока еще вот только начала. А кому-то еще написали? Да, я написала Андрею Сергеевичу Пивоварову и Зеленскому Павлу Андреевичу. Как давно вы в США? Мы 3-й месяц здесь. 3-й месяц, да. Да. Из России? Из России. Из какого города? Челябинск, да? Да. Тут смотрите, какая логика. Они возьмут конверт, в нем будет лежать там. Здравствуйте, скажите, вы из Беларуси, да? Да, здравствуйте. Вы будете писать письма белорусским политзекам или российским? Ну, в первую очередь, конечно же, мы хотим поддержать наших белорусов, которые сидят в тюрьмах ни за что. Поэтому мы здесь сегодня и отправим письма нашим ребятам. Скажите, давно вы в Штатах? Буквально 2 месяца. А, 2 месяца, да? Привет.
Тяжело было уезжать? Морально очень тяжело. Морально даже сейчас я рассказываю, и мне слезы на глазах, потому что морально очень тяжело. Там остались родственники? Конечно, да. Там остались друзья, родственники, друзья, которые отсиживают сутки. Угу. Уголовные дела. Страшно за них, да? Очень. Кто-то из ваших личных знакомых получил срок, ну вот реальный, допустим, в Беларуси? Сейчас идет дело, пока сутки, но под, ну, статья уголовная преследование. Но у меня муж белорусскомовный, и он знает многих активистов, например, там Витольд Шурок, они лично знакомы, много людей, которых знаем лично. Есть у вас какая-то уверенность, что режим Лукашенко пойдет в ближайшее безусловно, время? Безусловно. Да? Нужно поднажать, и все случится. Нужно верить в будущее, в хорошее будущее. Спасибо. Наклейка на моем телефоне. Свободу Алексею Навальному. Напомню, что письма политзаключенным можно писать через сайт «Росузник». Просто заходите на сайт и в электронном формате отправляете письмо политическим заключенным.